Телец. Этот год принесет вам немало шансов претворить в жизнь идеи и планы, которые в предыдущем году только зародились в вашем воображении. Начало года – очень романтический период, возвратом к секретам из прошлого, прошедшим или старыми отношениями. Февраль порадует страстью в любых отношениях, вспышками чувств, вероятной дальней поездки. Конец мая – возможно, самые грандиозные перспективы за последние годы забот о вашем доме. Вторая половина августа и первая половина сентября благоприятна для отдыха, досуга, в кругу семьи с любимыми. Октябрь – время для заключения брака. Ноябрь может стать непростым месяцем для общения и отношений. Старайтесь избегать конфликтов. Аккуратно обходите острые углы. Вторая половина декабря принесет равновесие, спокойствие, стабильность в отношениях.